В столице подорожает вода. Рига Суден собирается повысить тариф. Для одной семьи это в среднем 2-3 евро дополнительных расходов. Сегодня состоялось общественное обсуждение новых тарифов на воду и канализацию. С 1 апреля следующего года тариф на воду в Риге может вырасти на 23 цента за кубометр, а тариф на канализацию еще на 12 центов. Предприятия это объясняют тем, что снижается фактическое число жителей, которые используют услуги предприятия. Снижаются объемы услуг, и так как инфраструктура довольно постоянная, у Рига Суденс издержки тоже постоянные, при снижении объемов, негативно влияет на тариф на один кубический метр. Это, в принципе, это составляет примерно 33% от всего увеличения. В Рига Суденс не видят другого способа покрыть издержки, кроме повышения тарифов. Говорят, что и так вкладывают в технологии, снижают затраты, но повышение минимальной зарплаты и новые требования к защите окружающей среды вынуждают повысить тарифы. На повышение тарифов может повлиять регулятор общественных услуг, признав включение некоторых расходов в тариф необоснованным. Регулятор говорит, что к проекту есть вопросы. Нам нужно рассматривать экономически обоснованные аргументы, почему та или иная позиция расходов обоснована или нет, почему надо увеличить или снизить тариф. Если у пользователей и домохозяйств есть конструктивные предложения, мы их выслушиваем и принимаем во внимание. Жителей города на заседании было немного. Например, поступило предложение чаще проверять счетчики воды. Жильцам некоторых домов приходится существенно переплачивать за разницу в расходе воды. Люди пеняют на счетчики, которые ломаются через 2 года, хотя должны работать 4. Вот сегодня приходила бабушка, у нее сердце больное, она ушла. Показывала мне, ну если человек тратит 2 куба в месяц, а за 4 ему еще надо заплатить, и тогда, если тариф будет повышаться, конечно, что люди очень переживают, да. Изменение тарифов может повлиять не только на жителей столицы, но и на тех, кто живет вблизи Риги. Услугами Рига Суденс пользуются Адышская, Марупская, Гаркалнская и другие самоуправления. Там общий тариф за воду составляет более 2 евро, так как в него включен и тариф Рига Суденс. В самоуправлениях предлагают разработать специальный тариф для тех, кто использует столичную инфраструктуру. Мы подключены только в 3 точках, и наша вода не идет через всю Ригу, через всю эту систему, которая включена в их тариф пока. Мы идем конкретно вот по трассе А, Б, С, Д, скажем. Это можно вычислить, и вот этот тариф сделать для Перрига намного лучше и намного приятнее. Регулятор общественных услуг в ближайшие 4 месяца оценит аргументацию Рига Суденс и предложение клиентов предприятия. Ксения Колесникова, Кришьяна Слейтис, Латвийское телевидение.